Нави въебали пистол, ого. Ну, кстати, Нави вот нюк точно не проебут, как будто, не? Это темное животное, это червяк. Разве червяк это животное? Так, Нави. Так. Чей это пик? А, у Нави винрейт на нюке 1 из 5, блядь. Они выиграли только Imperial, проебали Eternal Fire, Fury, Astralis. Так Нави вообще хуёвее, хуёвее, блядь. А, наверное, что они выиграют, Inferno. Так Соу победили. Так Соу победили, блядь. Я, кстати, говорил по интуиции, Соу заберут одну карту, по моей интуиции. Но я не успел поставить на Соу, на одну мапу. Нави пикнули Эншин. Это пик Соу сейчас. Так Нави всем нюк проебали о чем-то. Человек в чате пишет, сейчас бы нюк у Нави забрать 10 скобок, блядь. У Нави один винрейт на нюке. Они одну игру выиграли, блядь, из 5. И то у Империал, блядь. Они даже Фурии нюк ебали. И Соу уже выигрывали, кстати, у Нави нюк. Блядь. Ну, кстати, Соу прям охуенный раунд отыграли этот. Прям хорошо. Бля, сложно. Плюс Wonderful болеет же. Это тоже важно. Не мнение, ты не понял. У Нави просто мажор не в приоритете. Копит силы на буткемп в подвале. Ну, возможно. Такое возможно. Вот я... Вот бутерброд. Бутерброд, сыр, ветчина. 700 калорий в бутерброде, блядь. Как? Как нахуй? Это точно бутерброд, блядь, а не какая-то хуйня. Так, 3-0. Ну, 3-0 это кому не похуй, да, на 3-0? Вот дальше уже пиздец будет. Если первый байраунд въебали Нави, то это очень хуёво. Камбэк на Немига, клянись, пожалуйста. Дай бог, это правда. 6-3. Ну, шансы есть. Шак-шука, это что такое, блядь? Что за борщ на максималках? Чё, блядь? Сырники школьные. Какие нахуй школьные сырники? О, вот, кстати, английский завтрак. 800 калорий, блядь. Но его здесь нету, anyway. Английский завтрак это пиздец, конечно. Вы, кстати, знаете, что английский завтрак это полная хуйня? Это все, это жертва рекламы, блядь. Если бы не реклама от какого-то челика там умного, который все это придумал, такого бы завтрака и не было.
Всех наебали. Пошла резня. Блин, а может поставить на Нави? Но, блядь, ну я же думал то, что Соу выиграют. Я так до сих пор думаю. Как будто Нюк Соу выиграют. Мэби салатик купить какой-то. Ох ты ж, блядь. Как будто мне въебало звук был. Ну, конечно, сука, Цезарь разобрали уёбки, блядь. Конечно, мрази, сука. Так хочется запретку пиздануть, вы бы знали. На, по пяткам. Ебать, Джель, ты еле собой мы убил, типа. Крабовая котлетка. Нихуя себе. О, кстати, оладьи с этим, блядь, цукини, это прям вообще имбуля. Я помню, раньше ел, но давно не ел. Надо трайнуть. Опять ебаная гречка. Пюрешка. Закрой пиздак, меня от названия стошнит. Никнейм кактусик. Чё, блядь? Круассан, который наполовину коричневый, а наполовину белый. Это что за хуйня? Я в авто. Лимонный торт 2000 калорий. Чё я сейчас увидел вообще, блядь? Охуеть. На нахуй. Я в веб-камщица. Сижу на бэкграунде. Да ну. Стримы смотрю. Мне 500 баксов один мужик дал. Чтобы я нихуя не делала. Ебать. Порадуйся за меня. Был бы я женщиной, блядь. Я бы уже на яхте отдыхала. Стоп, вебкамщица, которая получила 500 долларов за нихуя не делание, донатит минималку. Подстава, блядь. Не то, что... Ну, это не байт, если что. Просто подметил. Стоп, а бит выиграл? Нет, бит проиграл, спину убили. Все плохо у Нави, все очень плохо. Роман делает фраг. Ну, кстати, Джель сейчас раунд выиграет, смотрите. Я ж говорил вам, блять. Ну, потому что это 5-7, ебаная имба. Ебаная имба просто. Какой же имбовый ган это, пиздец просто, блядь.
Мне чел сказал про камбэк Немиги до 6-3, блять. Уже 8-3. Нахуй ты мне сказал? Подождите. 170, 200, 200, 400, 600, 750, 900, 1200, 1250, 1400. 1400 калорий мне на день. Ну что-то, блядь, как-то мало звучит. Ну там еды дохуища прям. Ну как-то мало. Но там еды, я уверен, я наемся, блядь. Еще и на завтра что-то останется, блядь. Ну вот и все. Вот этот раунд 2 кабай даст жизни Навям. И все, теперь они не отпустят. Теперь Соу не выиграют ни карты. О чем мне с тобой делиться? Ты занят просмотром, как 10 человечков друг друга стреляют. И что? Подожди, а как это влияет? Типа я должен быть чем-то другим занят или что? Ах ты, сука, да что ж, нахуй ты прыгаешь, Вандерфул, ну ёбаный рот. Он в полете хотел, блядь, попасть или что? Он же убил его, ну и все нормально было бы. Он, блядь, в полете хуячит. Сколько фальконы играют в 11? Какой я добрый что-то утром, блядь. Я даже на такие вопросы отвечаю. Обычно я не отвечаю ничего. Немига камбэкнула? 9-3 у ёб... Ну, блядь, ну, 20 тысяч просто отдал, блядь, кому-то. Надеюсь, не зря. Роман смог убивает. Вандерфул не попадает, но прострелом. Бит подстраховал нормально. Да, нахуй. Ну все, Джейль в зоне, Джейль в потоке. Тут не выиграть. Ходи на за меня на работу и отдай стрим. Ты думаешь, стримить легко, блять? Ты че, сука? Вообще нихуя не легко. Кстати, прикольное место для сейва, да? Такое необычное. Ой, блядь. Ну какой нахуй 10-3 Немига сосет? Я не понял. А, подождите. Нахуй я в них поверил вообще, блядь. То есть я выиграл еле-еле. Сколько? 22 тысячи рублей на Клауд-Найнах. И проебал 20 на Немиге, блядь. Я ебал.
Нет, мне не похуй на 20 тысяч. Я их кровью и потом заработал, блядь. Утилит с подушкой под жопой сидит? Ну... Ну а чё? Нормальная тема. Ну из плюсов я поставил то, что они бот 3 выиграют. Но там Мираж, дальше пик этих. Но Мираж с ними Мига и Нивей может выиграть. Ну попадишь ты нахуй, а. Вот видите, просто выиграли 2 кабай, и насколько игра поменялась. А чё Вандерфул? Там же Вандерфул прикрывал бита, блядь, поэтому бит не пикал. Он не попал? Или что? Ну им и легенда живая, хз. Тебе пох на 20 тысяч, не было бы пох, смотрел бы Нави. Не смотрел бы Нави. Но ты меня раскусил, блин. Ты меня, блин, раскусил. Нет, просто матч говна, блядь, там. Тут поинтереснее. Там 11-3 счет, блядь. Тимур Бекес, а я оператор этой веб-камщица. Сижу, пишу мужикам, какие они крутые, и они за это денег кидают. Хихихах. Ну вы, блин, бизнесмены. Вот это уже по факту бизнесмены, да? Я вот не бизнесмен, а вы бизнесмены. Стоп, подожди, тебе платят процент, блядь, за то, что ты оператор? Она же сама может камеру поставить, нет? Чё ты там, блядь, делаешь? Ракурсы в прямом эфире меняешь? Если ты продюсер, то это вот одно дело. А оператору деньги платить, блядь. На нахуй. Вандерфул попадает. А, тут Нави не проебут. Надо было ловить коэффициент на 3-0. Да что ж такое? Тактическое. Они что, хотят выиграть, блядь? Сколько мне ждать доставку? Подождите. Ну-ка. 40 минут в пизду. Я же сдохну за это время. Кстати, у всех из новей золотая водичка и обычная стоит. Хороший трючок. Топ-1 ХЛТВ, команда Нави сейчас. Вроде Нави, да? Да, Нави.
Но у нее с инглишом хуево. Я считаю рекурсы переписки в соцсетях и продвижение и объясняю, как вести себя. Короче, говорю, чё, куда что делать. Делим 50-50 с ней. 50 на 50? Ты чё, охуел? Ты максимум должен 40-30 забирать. По справедливости. И то это много, блядь. Ракурс, инглиш, хуёво, переписки, продвижение, объясняю, как вести себя. Ну ладно, ты дохуя делаешь. Нави, кстати, ебали раунд. Угу. Не, ну я, конечно, не шарю за эту хуйню. Но это мое предположение. Но 50 на 50 это слишком много. Сейчас я вот это сказал. Они начнут это обсуждать, поссорятся. И все. Минус одна вебкамщица, блядь. Но, кстати, теперь она вот, ты ей, типа, все настраивал, там, теперь у нее есть опыт. Она должна плюс-минус понимать сама, как это все делается. То есть она может просто уйти от тебя и теперь 100% зарабатывать. Без твоей помощи. Капслоком. Кто такая Кристина? Почему ты нас не знакомил? Это пиздец. Вы что, понимали? Там я же видос вышел, где я 1x5 хуячу на солхаком. И там у меня нож Кристина. И мне чел кидает, типа, скрин с этим ножом. И говорит, вот тут ты испалился, что у тебя девушка есть. Ну ничего, я никому не буду рассказывать. Быстрее не перенесут. Он также будет долго ждать. Мы будем час просто сидеть и ждать, блядь. Такое расписание. Проверит бит? Проверил. На-на. 5-0. 13-8. Это печально. Ну еще мираж есть. Как будто на мираже не въебут. Че? Кого он убил? Почему там не залегла в смог? А, он вышел что ли? Фальконы играют против Геймер Легион. Но они попозже играют. А кто на прицел, как долбоёб ставит, если чё. Роман. Покажите Романа. А ему молик дали забить. Роман хуйню делает, о боже, блять. Или это типа авантюрка была такая некая. Мутири с двоих. Одним спреем. Оп.
Крифраг. Роман, респект. Молик в мичку, блядь. Услышал же Битуля. А, это имя. Он же слышал тик один. Стори умер, потому что промазал. Джель выиграет, смотрите. Джель выиграл, смотрите. Ну вот и все. Бля, они даже такую хуйню выиграли. Ну, Нави намного сильнее, чем Соу. Он просто запрыгнул сюда. 4-2 выебались еще. 2. Печально. Ну, Соу не повезло, что они на Нави попали. А кому Клауда въебали? А, Фейзам въебали первую. Не мига камбэк. Уебан, блять. Я подумал, вдруг они там раунд 2 в 4 выиграли. Сатору Годжу бомба. Это, кстати, уимы бомба. Я уже выяснял это. А, нет, у Вандерфула. Наебал. Калаш у Джейля охуенный. Ну, у Имы это пиздец. Со злобным бананом, блять, калашик. А, 2К бай. Это даже не бай. Ну а вообще спасибо, Тимурыч. Я в тильте чуть больше года назад был, а твои стримы засеяли в этом мире. Ща хотя бы не выживаю, а чутка живу. За это респект. Дальше больше. На, нахуй, вот такой молик. Там никого даже и не было все равно. Но сейчас есть. Они въебут раунд или чё? Нажимаешь лоджи или тебя убивают? Они ещё могут раунд въебать реально. Ну, Нави хорошо размениваются. А, Нави въебали раунд. Ну зачем? Ну зачем, блядь? Оу! НТ. Хорошо зарегла там. За этот раунд можно зацепиться. Но, конечно, против Нави не думаю, что можно зацепиться на этом раунде. Ай, я бы убил. И тут я бы убил. Уже 2 фрага бы сделал. Я уже 4 часа стримлю, блять. Ебать я работяга. На нахуй. Ну, кстати, обычно я стримлю 3 часа и все, оффить на боковую. А тут уже 4, блядь, и мне еще 10 стримить. Ну, плюс-минус там.
Не, брат сегодня не будет. Я говорю, брат на переговорах, ребят. Он пока не может. Выиграйте раунд. Ну тут не выиграть. Он убивает первого. Второго никак. Ну там еще в нычке чел ежик. Его не прочитают никогда в жизни. Ну ты, блядь, стрелял бы еще нормально, сука. Ёб твою мать. Они сейчас реально раунд ебут. Охуенно все сделал Стори, красава. Идеально подвигался. Ну где моя еда, суки? Ебаные вы, блядь. Если бы Стори умер, это было бы хуёво. Ебать, ФМ. Бля, я стримлю 4 часа, а сейчас только 8. Ну, 8.50. Жесть. Нате, нахуй. Нате, блядь, пошла фармёшка, я в ахуе. Не пизди фраг, мутирис, блядь. Ну сейчас бы эйс мог быть от снайпера вашего. А, я же за нами болею. Я забыл. Нахуй вы замедление ставите, блядь, ну. Я не понимаю, зачем это делать вообще? Как там, не мига камбэк? О, кстати, next match Falcon и Gamer Legion. Найс. А, это, кстати, матч. И потом next match 15.00. 4 часа перерыв между матчами. Как-то странно. Скорее всего, 15.00 матч тогда смотреть не будем. Что мне делать, блядь, 10 лет? Получается, в 11 ластовый матч. Maybe конец где-то будет в 13. Где-то так. Камень уже толкали. Я вчера дотолкал. А Нави не хотят выигрывать игру? Или что? Что-то Стори разошелся, блядь. Он слишком импактит. А бит Мутириса чекает? А Мутирис заныкался. И убил двоих, блядь. Мы будем выигрывать игру Нави, блядь. Нави, ебаные. Понятно. Мутирис его убил, если что, отсюда, вы прикиньте. Он вент пострелял и убил, типа. Ну, блядь, как... Он не был готов. Они, кстати, въебать ща могут. Спокойно. Mm-hmm.
Кстати, вот этот раунд возьмут как будто. Почему ежик не упал, я не понимаю. Джель нашел Романа еще где-то. Мутирис не может 10 хп типа убить. Он сейчас еще сдохнет, блядь. Ну вот так и отменяется камбэк. По классике. Охуеть. Теки ебаная имба тоже. Нахуй камбэкали. Wonderful умер. Ему не дадут засейвить, как будто. А, его не идут выбивать, прикиньте. А чё не идут-то? Ну, у них anyway авик будет. А, 4 девайса засейвить и... Ладно, правильно сделали. Вот тут почему ежик вниз не упал, непонятно. Девять имба. Кстати, вообще форма у Нави не такая хуевая прям. Но все равно черно-белая G2 все равно лучшая, блядь. Нормально, что у меня люди в чате просто по одной букве хуячат. Твердый знак И, Э, А, ВАВ, блядь. Вы же вы конченые нахуй? Сука, не научились разговаривать за 10 лет, блядь. Давайте в ее по фастику. Сердечно приветствую, Тимур. Привет. Лицезрел стрим в школе. Угу. Подошел учитель, пришлось убрать телефон в карман, угу. И случайным образом произошла ошибка масштабного уровня. Что случилось? Отписка. Отслеживаю с 22 года, теперь стыд. Это печально. Это вот печально, прям до слез, можно сказать. А как так, блядь? Ты убрал телефон, у тебя нажалась отписка, и еще и подтверждение отписки нажалось. Ну это прям супер анлок. На телефоне нет подтверждения? Да, бред, блядь. Думаю, есть. Охуеть, нету. Ну, а другие люди пишут, есть. Но большинство пишут, есть. Я тоже думаю, что есть. Должна быть. Ну, Нави, выиграйте игру, вы заебали. Ну, что ж ты делаешь, ёжик ебаный? А, у тебя нож фэйшн, я в ахуе. Зачем ты дышишь? Ну, он четверых просто уебашил. Его еще и убили после времени, блять. Ну, у Нави сейчас есть деньги. Это потому, что они в том раунде вчетвером не сдохли. Просто пиздили девайсы. Вот, видите разницу капитанов? Один орёт и дает моральку, а другой просто тильт. Умер.
В этот раунд за Нави, смотри. Немига 1-0 ведет на Мираже. Let's go. Ёжик, респект. Сычаем оружие. Джей убил двоих. Ни один фраг нам не заснял обсервер. Блять, какой... Какой ты сын собаки. Ну сколько можно, блять. Ого. Ну, стори в себя поверил. История хорошо делал, но он лайк. Мутирис погиб. Молодцы, Нави. Ладно, если Нави выигрывают пистолетку, то тут уже не проебать им игру. Вот, вот стрельба, вот. Такая же должна быть у Бэтбум. Сколько фрагов заснял обсервер? Есть инфа? Матч паузит. Блять, ну что вы делаете? Немига взяли байт, заебись, респект им. Пусть выигрывают игру. Я не буду смотреть, поэтому пусть выигрывают. Чё паузим-то, блять? Дали время Валере Биту почитать записи? Да всё, оффайте музыку. Go force, soul. Go force. Кстати, интересно, а сколько обсерверам платят вообще? Может, им нихуя не платят, поэтому они нихуя не работают? Хуй знает. Как будто должны платить хоть что-то. Ну, рублей 5. Хотя если им платят, почему они настолько хуёвые? Они же прям вот реально супер хуёвые. Я, кстати, слышал то, что еще уже практиковали где-то обсерверов типа этих нейросетей, которые сами подстраиваются и смотрят там, где киллы. Лексибин. Да, я видел то, что у Лексибин нож керамбит. Типа обычный нож называется керамбит. Я это еще подметил, блять, мажора 2 назад. Он с таким же белым.
Он двоих убил. Удивительно. Удивительно. Ебать, повезло. Валера 20 хп пикнул, и тот отвернулся в этот тайминг. Не мига 11-6 сосуд. Они ни раунда не взяли, блять. А, нет, раунд взяли. Один. Меня чел на фул ебали, вообще спрашивает. Видел новую прическу Ивана Зола. Я слежу за Иваном Зола, думаешь? Понятно. Не видел я, блядь. Сносить их нахуй уже. Бля, ну вот вы понимаете, что вот этот матч мы сейчас досмотрим, который пройдет за минуту, блять. И ждать next матч час. Ну час, блять. Ну вы чё? Что делать сейчас? Может, я офну за этот час? Но за симлом хочется посмотреть. Вы даже не понимаете, не час. Час плюс 10 минут, пока они там, блядь, включат нам игру. Плюс еще полчаса, которые вот сейчас идут. Охуенчик. И при этом все, мне проебал 20 тысяч на немиге, то есть я еще в минус морали. Бит 10-0. Ну они просто их без шанса ебут. Ну вот прикиньте, да, у Клауд 2-1 счет. И чтобы выйти на РМР, ой, на стикеры. Им нужно выиграть Синерс. А Соу, чтобы выйти, нужно выиграть Нави, блять. Справедливо? Честно? Вот так вот, блять. У Соу даже посмотреть на их фраги. 0-1-0-1-3. Да уж. Хеллоу, пусичка. Опять ставлю против тебя. Спасибо за халяву. Кстати, оцени ник Геллагер. Старался. Галагер. Это из этих, из бесстыжих. Ну, говно никнейм. Почему у тебя никнейм, фамилия, ну, не актеров, а этих, блять. Ну, вы поняли. Оу, Роман, блядь. Они раунд выиграть собрались. И выиграли. Ч
вообще ёбнусь, ну ёбаный рот. А завтра идет дальше РМР или нет? Фу, завтра дальше РМР. Ну, наверное, завтра, я не знаю, просто там матчи говна будут прям. Но только можно Симпла посмотреть, если он не проебет сегодня. А так некого. Может, я завтра не врублю тогда. Посмотрим. Нормально. Все, не мига въебало. Да, въебало. Сука, 20 тысяч въебали мне, блять. А ведь я, сука, им, когда я попался с тремя челами из немиги, я им клатч 1 в 4 на эншите выиграл против этого, блять. Против Зонтикса и Бориса Мэджикса. А вы мне что за это? Гады. Да, я фул бесстыжий смотрел, кроме последнего сезона. Охуенно. Чё? А, стоп, я последний сезон недавно смотрел. Но я ничего там не запомнил даже почти. Наверное, решили затянуть, да? Тимурчик, оцени микрикулес. Говно. Слишком много больших заглавных букв. Звучит не очень. А, реквиз не худшим образом звучит, но выглядит вообще не очень. Да, Skywalker звучит охуенно. Плюс, когда этот никнейм Reckless, это было что-то новенькое. Ну, в плане... Короче, что тебе объяснять? У тебя никнейм Емеля, блядь. Иди нахуй, Емеля. Без негатива. Кстати, вот у Бита хороший никнейм. И Стори норм никнейм. Но Стори больше какая-то девочка. Оценку не Кайли Вент, а Ливи. Eleven. Таливи. Ну, говно. Да вы заебали меня. Ну вот что? Что началось, блять?
цене ник достался от отца с 1.6. Спермабак. Говно, блядь. Тимур, оцени сиськи. Хорошие. На, блин, ну как же они их без шансов ебут, блядь. Привет, друг. Привет. Меня заебали, блядь. Чё, у вас появились деньги, нахуй, или что, в моменте? Просто ничего же не было, блядь. Оцени пенис в чате, чего пишет, блядь, и кидает хуйню. Все, блядь. Доброе утро, Тимурчик. Оцени. Доброе. Маму. Хорошего стрима, бесстыжие кал для малолетних. Говно никнейм. 0% из реалистичности. Услышал, плюс понял. 10.2, нормально. Оцени ник, дает подчеркивание. Диджей Лонг. Для контри, для фейста вообще охуенный никнейм, хороший. Хороший ник, реально. Тимур любит большие члены, оцени ник. Бля, забыл ник написать. Еще этот голос, блять, кого это? Ящера ебаного. Оценка ника Десилум Сион. Десилюшен, блядь. Полное говно. Слишком много букв, которые между собой теряются, блядь. Слишком много букв, и еще и звучит хуево. Говно. Чел что-то говорит, проникни мы. Когда раньше гонял с никнейном Фунтик Ага-Ага свинья ебаная. Так, а мне было 10 лет, меньше, может. Ты, блядь, чтобы стать экспертом в каком-то деле, нужно много этому делу посвятить времени, понимаешь? В голову, ням-ням-ням. С нулевой секунды никто не может себе охуенный ник сделать. Сходу говори ник пиздатый, который приходит в голову ням-ням. Skyway Walker хороший никнейм, все. Держу в курсе. Вы просите оценку ника у человека с никнеймом Забзаб. Силор. Оцени мой так великий. Так ты долбоеб, бля, вы тупые, вы должны понимать, что люди развиваются. Невозможно сделать нормальный никнейм с нулевой секунды, если ты, блядь, ну тупой долбоеб. Этого не понимаешь, то я тебе объясняю это еще раз. Раз такая важна, оцени ник один, чеверно. Говно. Оцени ник Анаку. Это не никнейм, это просто буковки, блядь. Это не никнейм. Не звучит, не выглядит. Оценку Аника. Animal BTV. Ну что это, блядь, за никнейм? Позор, а не никнейм. Оцени ник Куп 1L. Убил. Ну, кстати, вот он выглядит норм из-за того, что ты нормально сделал. L большую, единичку. Ну, типа, не лучший никнейм, но и не худший. И еще убил, блядь. Ну, короче, 5 из 10, 6.
Тема «Зацени ник», я думала над ним ровно 5 минут. Ху. Гулькин нос. Говно, блядь. Ну, выглядит не так уж и плохо, кстати, на английском. Ну, кстати, JD звучит нормально, это вроде какой-то дефолт, привет, не? Чат, привет, Тимур, оцени. А 11... 11. 11 хорошо смотрится после Ай. Хороший никнейм. Да не, вы реально меня доебали, но я чё должен их сидеть оценивать всю жизнь? Ники эти ебаные. Оцени великий ник аноним. Загадочный. Прифом некст ник говна. Окей. Синяника и мисс Хёр. Хорошо, что денег нет, это спросить, блядь. Говно. Ты тупое рыло, как-то медленно развивался сначала Фунтик, потом Сейлор Мун, потом в ТикТок пошел снимать и даже сейчас не развился. Так Сейлор это вообще другое, если что. Это просто, я играл ММ, перевернул ник Эннами типа, и получился Сейлор, это вообще другое. Это был эксперимент ради науки. Доброе утро, брат. Хорошего стрима тебе.